Добрый день, точнее доброе утро. Играем мы вот на таком инструменте. Я на нем уже играл, снимал ролик. Инструмент Алика Степанова. Вот, басовый органчик такой. Он мне очень нравится. Низкочастотные басовые инструменты люблю. Играю на них, получаю большое удовольствие. Буду на таком играть инструменте. Еще раз всем хочу сообщить, что есть профилактическое средство против коронавируса. Вот. Избежать заражения, к сожалению, нельзя. Не придумано еще в мире лекарств против вирусных инфекций. Только делать прививки, чтобы было заболевание в легкой форме. Выработались антитела, тогда они могут защитить вас от вируса. Но есть профилактическое средство. Вот повышающая эффективность работы иммунной системы. Проверено уже. Грипп проходит за 2 дня. Вот. Рекомендую настоятельно приобретать такие вещи у меня. Вот. Пока еще не поздно. Потому что эпидемия все равно пройдет по всем странам. Это неизбежно, чтобы выработались антитела у всех жителей Земли против этой напасти. Вот. Пока этого не произойдет, мы будем болеть. Вот. Или ждать вакцину, которая будет, наверное, где-то, я так думаю, что через несколько лет. Это долгий процесс. Называется ИКУТ. Есть простые варианты, я показывал, в виде таких чешуек. Вот, они очень дешевые, готов их изготавливать сотнями штук. Вот, и еще добровольцев, кто бы смог бы их распространять среди тех групп населения, которые подвержены максимальному риску. Это очень действительно серьезно. Вот, и я думаю, что к этому относиться надо с должным вниманием. Вот, сейчас поиграем на балагане. Thank you.
такой замечательный инструментик делает Алекс Степанов. Еще раз хочу, что это очень замечательный автор, мастер, автор инструментов. Делает очень хорошие, качественные инструменты. Вот, обратите на него внимание, приобретайте. Очень хорошие цены у него и очень хорошее качество. Причем качество с каждым разом все лучше и лучше. То есть он идет по пути прогресса, по пути совершенствования, поиска идеального звучания. Вот такие инструменты из хорошей стали. Вот, той стали, которая действительно звучит. Вот, считаю, что самое лучшее это за обычное железо, где меньше всего примесей. Вот, у них широкий диапазон обертонов. Вот, и они очень хорошо звучат. Что касается инструментов из других материалов, то самое лучшее это именно из чистых материалов, где нет примесей. Вот, медь, железо. Такие вот инструменты. Может быть, титан чистый абсолютно. Чем чище материал, тем лучше звук. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Будьте здоровы. Всех благ вам всем.